Хотел, ребятки, показать такой эксперимент. Я же заменил аккумулятор, правильно? Есть у меня такой USB-доктор, так называемый. Ну, тестер потребления, какую нагрузку, сколько там берет емкости и прочее. И меня заначала, значит, такая вот штука. Сейчас покажу, подключу зарядку к этой станции. Как видим, вот такой колхоз, да? Это я поменял полностью провод. Увеличил, ну, с нормальной толщиной, с сечением провода поставил зарядочку, это провод. Думал, улучшится. Хрен там. Вот смотрите, 0,32. То есть получается вот так вот, 320 миллиампер. И больше нагрузка не берется. Вот 320 и все. Хотя 1100 миллиампер получается сам аккумулятор. Ну, я понимаю, что это нехорошо. То есть, что-то здесь не так. И взял я, достал из коробки вот этот зарядный стакан, который шел в нагрузку, ну, шел, получается, в комплекте. Еще по-испански написано. В общем, в розетке заказывали, но пакуют они, видимо, китайцы, зарядку для испанцев, радиостанцию для украинцев. Значит, в середине там ничего нет, просто напрямую подключаются. Сейчас я покажу, какая разница будет, если аккумулятор заряжать через этот так называемый зарядный стакан. Так, смотрим. Поставил я этот аккумулятор. И смотрим на... Сейчас, прошу прощения. Смотрим, да? Сразу у нас ток увеличился нагрузки. Считаю два раза. Вот, то есть я так понимаю, что заряжаться оно будет получше. Так что такое вот, не знаю, косяк не косяк, у кого такое было, пишите в комментах. Ну, по крайней мере, я нашел вопрос, ну, вернее, нашел решение этой проблемы, как заряжать нормально аккумулятор в UV3. В Баофенге у UV3R. Все, всем спасибо, ребята, за просмотр видео. SM3, всего доброго.